Сетевое сообщество «Диссернет», специализирующееся на борьбе с плагиатом, запустило новый проект «Диссеропедия российских журналов». Эту проверку не прошел журнал образования и саморазвития, пишут на сайте «Реальное время», где его обвинили в некорректной редакционной политике. Но тут есть и другая сторона медали. Самозаимствование – это самоплагиат, так называемый, когда автор использует какие-то части своей предыдущей статьи, да, в другой статье, увеличивая его объем, дополняя там и так далее. Такие обвинения в том, что статьи заимствованы, и там много там этих заимствований, да, тоже к этому надо отнестись очень осторожно. Надо посчитать вообще, какой процент там этого заимствования. Журнал «Образование и саморазвитие» выходит уже с июня 2006 года и издается ежеквартально. Он включен в перечень научных изданий, рекомендуемых ВАК Российской Федерации для публикации материалов диссертации на соискание ученой степени доктора наук по педагогике и психологии. Журнал публикует оригинальные научные статьи на разные темы: теория и практика образования и саморазвития, психология развития, международный опыт в образовании, психологии и многое другое. На самом деле журнал ждут значительные изменения, и работа по выходу его на международный уровень началась уже сейчас. Мы решили начать такую очень системную работу по реорганизации журнала. Нужно начинать вообще с самых азов, с самых первых документов, с документов, которые связаны с издательской этикой, с требованиями к авторам, к самим статьям и так далее. В этом году поменялась и редколлегия. А главными редакторами стали Роза Валиева и Ник Рашби, специально приглашенный эксперт из Британии, который имеет более чем 30-летний опыт работы в издательской сфере. Мы с июля, он эту работу начал с нами. Мы проводили несколько семинаров. Мы работали с преподавателями, сотрудниками нашего университета, обсуждали возможности журнала и потенциально, что можно и как можно изменять. Знакомство с британским ученым произошло еще 3 года назад на международной конференции по образовательным технологиям в Турции. Тогда Ник Рашби был приглашен в качестве пленарного докладчика. С тех пор началась активная переписка и общение. Вот такая долгосрочная дружба и сотрудничество в конечном счете привело нас к этой идее. Идея, которая родилась у Айдара Мансурча. Он вообще у нас такой генератор очень многих идей в институте. Да? И я сомневалась, согласится ли Ник Рашби. Вот это довольно сложный проект, когда не знаешь ни реалий России, ни особенностей там и так далее, как согласиться на то, чтобы изменить журнал. Журнал публикует оригинальные научные статьи на русском и английском языках. В планах закрепления его в международных системах Scopus и Web of Science. Залог дальнейшего успеха журнала заключается в качественном отборе материалов. В этом номере выйдет всего 7 статей. Но ведь главное не количество, а качество. Кстати, первый номер в новом варианте выйдет уже совсем скоро. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.